вами я, Алиса, с канала Бельвикс. И сегодня я снимаю не одна, а с моей подругой Галей. Привет. Привет. Знакомьтесь. И к нам пришла посылка. И не одна, целых две посылки из Англии с новыми куклами. И сейчас мы с вами их откроем и посмотрим. Давайте. Мы начнем с самой маленькой. Сейчас. Нам бы что-нибудь такое... Я ее первый раз вижу, смотри. Такая красивая. Я думала, здесь лежит другая куколка, которую мы сами чуть попозже посмотрим и откроем. Но, боже, это она! Новинка, я очень... Ладно, тут есть еще одна куколка. Это тоже скелета. И также здесь мало места, но ничего. И еще одна посылка, на этот раз она еще больше. Посмотрим сверху. Я знаю, что говорят, что это. Но я не видела ее в реальности. Это не считается. Итак, представляем. Это русалочка Мишель Мермейд из базовой коллекции. И она очень красивая. Хорошо, что мы сделали ей хвостик, а сделали ей ноги. Это ей прибавляет уникальности своей, несмотря на то, что она русалка. Так что это немного круче. Я уже открывала Нину Тамбл, а Джулиан Бинсток я пока что жду. И надеюсь, в скором времени она у меня появится. И... я тут и одна, кстати. Еще одна. Опа-на. Что же зачем? Еще одна. Целых три. Красавица Мишель Мермейд. И кому же достанется вторая и третья Мишель? Так что обязательно следите за новостями нашего канала и не пропускайте конкурсы или же что-нибудь еще, видео. И на этом мы с вами прощаемся. Обязательно ждите обзоры на этих крутейших кукол. Я надеюсь, что уже завтра или, может быть, послезавтра я сниму обзор на скелеты Калаверас. Очень уж ее хочу открыть, смотреть на нее детально. В общем, обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали. Также ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Галя, где Галя? Чао тути! Be cool and crazy! Всем пока-пока! Чао тути!